Ну вот мы на пляже в отеле Oasis Palm. Честно говоря, в этом отеле я бы останавливаться не рекомендовала. Наш отель Oasis Cancun гораздо лучше. Там пляж мы даже вам покажем. Там пляж очень широкий. Там как-то народу не так много, как здесь. Ну или это кажется. Отель у нас на самом деле очень большой, но пляжная полоса очень хорошая. Здесь же как-то очень людно. Очень сложно найти свободные лежаки. Море. Ну, на самом деле, искупались уже. Море очень мелкое, на дне водоросли. То есть, опять же, на длинной стороне косы море живее и лучше, и красивее. То есть мы это все покажем также в видео. Ну вот пока что, если вы хотите приехать в отель Oasis Palm, то вот посмотрите, как это все выглядит. Вот розовые полотенца выдают в отеле. Вот так вот на пляже. Как видите, очень много народу. И пляж очень узенький. Тут очень сложно пройти из-за того, что нагромождение лежаков. Лежаки стоят буквально один на другом. А в море, посмотрите, вот не знаю, отсюда видно или нет, куча народу в море. Потому что вот с одной стороны здесь только песочек, дальше идут водоросли над ней, и, естественно, там никто не купается. И опять же, очень мелко, то есть где-то по грудь человеку среднего роста. Вот у меня рост 1,68 м, так даже мне мелко. Если вы выше, то вообще будет не очень удобно. Ну, плескаться как в маленьком бассейне. То есть как бассейн не очень глубокий, такое вот море. То есть, ну, честно говоря, не очень нравится. Ну, в принципе, плескаться можно. То есть окунуться, ну, не более того. Поплавать тут вряд ли получится. Очень много людей, очень мелко. Вот как-то так.